На новогодние корпоративы в Алматы попадут только жители с зеленым статусом в АШЭК. Об этом сегодня заявил заместитель главного санитарного врача мегаполиса. Садвакас Байгабулов отметил, что праздничные банкеты не запрещены, но существуют определенные ограничения. Так, хозяева заведений должны придерживаться нормативов по заполняемости. В настоящее время город находится в зеленой зоне по темпам распространения коронавируса. А значит, залы, где планируется проводить корпоративы, могут быть заполнены лишь на 50%. При этом общее количество посетителей не должно превышать 100 человек. Если же город перейдет в желтую или красную зоны, то число гостей сократится до 70 и 50 соответственно. Хотелось бы отметить, что в случае, если ситуация по коронавирусной инфекции в городе Алматы будет ухудшаться и мы окажемся в красной зоне, то, соответственно, будут ужесточены карантинные меры в отношении работы объектов АШЭК. В том числе будут введены запреты на проведение массовых мероприятий на объектах общественного питания, то есть ресторанах, в том числе и новогодних корпоративов и других мероприятий. И поэтому необходимо соблюдать на сегодня ограничительные меры и активно прививаться против коронавирусной инфекции для того, чтобы мы могли встретить Новый год.